воскресенье 4 октября передачи общественного российского телевидения начнутся в 4 часа фильмом «Учитель пения». Странная работа у этого человека. Его предмет не столько музыка, сколько доброта. В ролях Андрей Попов, Евгений Евстигнеев, Людмила Иванова, Ирина Алферова. 5.30 Дисней-клуб «Утиные истории». 6 часов выпуск новостей. 6.10 непутевые заметки. 6.30 пока все дома. Он работал в Центральном детском театре, снимался в малоизвестных фильмах и вдруг однажды стал королем в «Графине де Монсоро». Евгений Дворжецкий пока все дома. 7.10 утренняя звезда. 8.00 армейский магазин. 8.30 играй гармонь любимая. 9 ровно крестьянские ведомости. 9.30 все путешествия команды Кусто, фильм «Подводный мир». 10.25 смеха панорама. 11 часов новости. 11.20 клуб путешественников. 12.10 премьера сезона «Помню, люблю». Это программа о радости встреч и горечи разлук. Их песни пела вся страна. Владимир Молчанов знал этих замечательных людей. Жизнь советских композиторов глазами мальчишки середины века и зрелого человека конца столетия. Передача первая. Марк Фрактов. 12.40 Дисней-клуб, премьера Первого канала. Новый мультсериал «Тимон и Пумба» о приключениях простодушного кабанчика и его хитрого приятеля, героя знаменитого мультфильма «Король лев». А также Чип и Дейл спешат на помощь. 13.35 «Колесо истории». 14.20 киножурнал «Ералаш». 14.35 прогноз погоды. 14.45 «Тутси». Попробуй получить женскую роль, если ты мужчина. Есть, конечно, один способ, но платье и высокий каблук — такая мелочь по сравнению с истинным проникновением в загадочную женскую душу. Комедия на все времена с Дастином Хоффманом. США, 82-й год. 16.55 киноафиша. 17 часов время. 17.50 премьера сезона «Улицы разбитых фонарей». Милицейский сериал, знакомый любителям видео под названием «Менты». Быть сыщиком, когда кругом беспредел, для этого нужно иметь пуленепробиваемое чувство юмора. Особенности национального сыска в сериале «Улицы разбитых фонарей». Фильм первый «Кошмар на улице С». Режиссер Александр Рогожкин. 19.05. «Бакстрит». Премьера фантастического детектива. Новая встреча с непобедимыми агентами Эдом, Росс и Беккетом. Один из самых популярных британских сериалов последних лет. Фильм первый. Начало славы. 20 часов. Информационный выпуск новостей. Такие передачи и фильмы смотрите на Первом канале в воскресенье 4 октября. Thank you.